Миш, скажи что-нибудь. Да. Мы рады вас видеть. Мы ведем репортаж с гостиницей «Рейсин Белорусская». И? Жень, ну? Привет, с Питером. Ну ладно. Привет из Ханты-Мансийска. У нас минус и идет снег. Я вылезла из сугроба и приехала сюда. Хороший валенки. Я тоже в валенках. Не, говорю, сейчас на оленях надо было ехать. Да? Кстати, мы сижемся на дождь. Я ехала двое суток. Слушай, ну ты молодец. В прошлый раз не получилось, но хоть в этот. В прошлый раз я сломала ногу. А, вот как, понятно. Так, у меня телефон звонит. Сегодня 1 июня 2013 года. Да. Сегодня моей бабушке день рождения. Будет всем позвонить и ее поздравить. Угу. Да. Поздравляем Кришну бабушку. И мы идем, сами знаете кого, наши дороги. Нет, там просто вот... Там состав... просто круто, да. Вообще, состав такой. Там кислый, здесь топы. Я на Туску. Вообще, а я на дачу. Таня, Таня, Таня. Такие яркие красные волосы. Настя уже там сидела. Приземляйся там. Да вон, место смотрит. Приехал. Ну, приехал. Здорово. Да вообще, да. Зазналась, да. Не знает с кем. Не знаю, да, с кого начать. Ну, здорово. Ой, ты же снимаешь эту? Конечно, да, да, да. Я горячая. Аня, скажи что-нибудь, Аня. Да чего? Нам сейчас уходить, у нас съемки через... Они... Опоздайте на финский, да и все. Даже не сказать привет. Ну иди пролезь, пройди. Я подожду, дайте стоимость. Паспорт, жетон, да, почему-то. Там фото какую-то мишку отхватил. Они их туда ставят. Миха, твоё? Ты все снял, что ли? Не все, но есть немножко. Атаковали дядю Мишу. Да. Жень, давай скажи что-нибудь. Ну что ты, мы что, блин, на концерте АК-47, скажи что-нибудь нормальное. Все круто, мы сфотографировались. Ждем тебя следующих музыкантов. Ой, а я буду тебя дома. Секретно, фотография какая-то. Я сплакалась. Я реально, у меня ноги трясутся. Поздравляю, первый раз, да? Первый класс. Да? Да. Ты тоже первый раз такого? Ну, примерно, да. Да. Всего лишь 2000 года, да? Примерно. Да, 2001. 2001, ну чуть-чуть, наверное, да. Михаил соблазняет девчонок. Да? Они познакомятся. Так, знакомьтесь, знакомьтесь. А я лифт, Аня. Из Ханты-Мансийска. А? Из Ханты-Мансийска. Прямым это поездом. Сам, да, сам, да, да. Москвичи не могли найти 2 часа. Я уже писала. А, да. Мы шли вот так. Вот. Григорий первый раз за фотоаппаратом. Опыта, конечно, мало, но будем прицельно. Миша. Гриш, Гриш, что ты чувствуешь, держа в руках фотоаппарат? Приятный и теплый.
Я сначала пол Сибири пересек, а потом еще больше, чем пол страны, чтобы сюда попасть. Давай, за пол страны, за пол Сибири. Господарищи и господарихи, пламенный привет вам из солнечной Сибири, не солнечной Сибири, из прочих хороших краев. В общем, от всего большого нашего страна. Гип-гип. Ты это Freedom Call, что ли? Точно. Нет. Нет. Хватайте Сашку за ляжку. Я с ними со всеми фотографии, так что там не буду. Да не вопрос, хоть без ссори. Стоим, Гарри. Можно лягу на пол? Вы влезли? Все влезли, все отлично. Куда смотреть-то? Сюда смотрите. Вот. Вовка. 867 кадр с Хансеном. Глаза закрыты. Вот этот кадр не понравился. Все, чума. Миш, давай, два комментария. Сумасшедший дом. Я потом, я в лепешке расскажу. Сумасшедший дом, но классный сумасшедший дом. Я в лепешке расскажу. Ну, очень классно. Ну, очень классно. Фак-фак. Миша, он скажет, когда он будет в лепешке. Да, в лепешку. Мы уже в лепешку. Ну, с этими поехал в Чебис. Ну давай, расскажи что-нибудь. Как все здорово здесь происходит. Я вообще как-то сумасшедший, прикольный дом. Я опять сфоткаюсь. Ждем карты. А этот такой здоровый. Где-то я уже слышал. Я вообще плечо, наверное, даже ниже плеча. Сейчас огромный. А это удаленный, удаленный материал. Больше, чем 2 метра. Оказывается, не все любят Энди Дэриса. Кто помнит такую тему, напомни. Старенькую. Никто. Энди, ты... Плох. Кто любит да. Все ушли, да. Да, точно. Это как ты? In the streets on Halloween. Наш Spirits will rise. Я не смотрел. Мне как лежал этот конвертик лежал. Так, ну что, давай, скажи что-нибудь. Рад снова оказаться в Москве на Хэллоу. И впервые ногами. В прошлый раз на костылях, да? Какой на костылях? В прошлый раз стартовариус был. А что у тебя было? А, гаммы же не было точно. Да, гаммы не было. Ты вообще на гамме в первый раз. Да нормально. Правда, с Помом оказаться вместе. Да ей нахрен. Ну скажи, мы да. Мы идем в лепешку, и мы все будем в лепешку. Я да, говорю, точно. Хэви метал все. Слушай, да, красными волосами, что, девушка, Ханты-Мансийск. Нет, нефтяник только один, у нас ты, больше никого у нас нет. К сожалению, нефтяники дефицит. От меня не воняет, я вроде отмок в ванне после трассы. О, еще какой-то автобус даже ходит тут. Может, подойдет? Ты всегда снимаешь женщин сзади, да? Да. Вик, привет!